2018 году я переехала в Барнаул к сестре. Я хотела поступить в высшее учебное заведение в спорт. Я пришла вслед за сестрой. Она занималась еще в ударе, кикбоксингом. Вот. И я решила тоже себя попробовать там и пришла туда. Mm-hmm. Именно в смешанное единоборство я попала, не помню в каком году, но после это было перед Новым годом. Мне нужно было что-то в себе менять, ну, в плане того, в том, что расти нужно было. Uh-huh. Я подумала, что, ну, такой самый известный был клуб у нас, это Top Team. То есть везде по новостям, по рекламе он был. Вот, и я подумала, что... И я видела, что там девочки занимаются, тренируются, становятся чемпионами. Я подумала, почему бы мне не стать тоже чемпионкой. Uh-huh. И вот пришла в Top Team. Здесь уже 2 года, как я пришла. Я выиграла чемпионат России по ММА. Первенство России по панкратиону, Кубок России по ММА, uh-huh. и стала призеркой по универсальному бою. Тяжело было в плане подготовки. Подготовка была каждый день. Утром тренировка, вечером тренировка. Ну, такие интенсивные тренировки были каждый день. Вот. Готовились, тренер помогал во всем. Поэтому не скажу, что сложно было в плане моральном, потому что всегда есть поддержка тренер. Но физически было тяжело, но ничего, справились. Именно когда идет подготовка к какому-нибудь турниру, я ложусь рано и встаю рано. Ложусь я в часов 10-11 вечера, встаю в 7 часов утра. В 10:30 у нас тренировка, тренируется сборная. И вечером тренировка у нас в 7 часов. Там тренируются все. Вот. В обед сплю. То есть утром тренировка, обед сплю, вечером тренировка. Каждый день. Питание тренер распределяет, там все четко, все контролируется. Сладкое, мучное, там тренер газировки не разрешает пить, тренер, кофе тоже, ну, во время подготовки. А так все, режим питания, все зависит от тренера. Разрешает кушать, я ем, не разрешает, не ем. Именно кумир, тренер. Он мой наставник самый большой, самый главный. Он во всем меня поддерживает. Я вижу, как он сам тренируется. То есть не только тренирует нас, он еще и сам тренируется. Поэтому всегда я когда смотрю на него, всегда хочу стать таким же, как он. Дисциплинированным, ответственным. Пока по любителям повыступаю, наберусь опыта. Потом, когда придет время, по профессионалам, UFC надо.